Всем привет, я Георгий Черданцев, и добро пожаловать в Вигу на стадион Балейдос. Сегодня Сельта встречается с мадридским Атлетико. Новый центральный полузащитник выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое сейчас практически все обсуждают. Команде действительно нужно было усилить центр поля, и тренер получил в распоряжение игрока, которого хотел. У нас сегодня в составе новичок, фланговый защитник. Да, линия обороны нуждалась в усилении, и вот, наконец-то, тренер получил игрока, который ему был так нужен. Чем удивит Атлетико Мадрид? Вот в чем вопрос. Ну, пока все предельно логично. Действующий чемпион берет максимум очков в первых турах и сегодня намерен продолжить свою победную поступь. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. И вот состав Атлетико Мадрид. Решили остановиться на проверенном варианте при выборе тактики. Ну а зачем изобретать велосипед? Уже давным-давно все придумано. Суарес. Терпеливо ждут они своего шанса. Бей и выводи команду вперед! Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Лоботка. Максимилиано Гомес. Он уходит от опеки. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Суарес. Лемар. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Очень неуверенно в обороне сейчас сыграно. Суарес! Такие голы в верхний угол ворота – это самый смак футбола. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти! 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Крайне плохая передача приводит к потере мяча. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Лоботка. Удар. Здорово сыграла защита. Не прошел этот удар. Сауль Буньегетис. Киран Трипьер. Фернандеш. Надо постараться доставить мяч в штрафную ситуацию, как мы располагаем. Киран Трипьер. Арест в штрафную. Вынос. Мяч не задержался. Опасно. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Сауль Буньегетис. Атлетико атакует через фланг. Там есть свободная зона. Навес в сторону Гризмана. Вратарь намертво забирает мяч. Развивается эта атака. Что из этого может получиться? Киран Трипьер. Мадридский Атлетико ведет мяч в игру. Коке. Антуан Гризман. Лемар. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажу. Суарес ведет за собой команду в атаку. Тут может что-то получиться. Забивать можно.
Офсайд, игрок покинет руки. Ничего себе. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Есть у третьего на фланге свободное пространство, и можно там разбивать атаку. Сауль! Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переход. Суарес забежал в офсайд. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Яго Аспас. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать. Любимый счет. Выиграл первый тайм. Посмотрим, как сложится игра во второй половине. Антуан Гризман. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Гокер. Есть свободное пространство у Луиса Суареса. Сейв, но атака продолжается. Вратарь, это немыслимое сотворение. Какой удар потащил. Чувствует сейчас болельщики, как тяжело их команде. Нужно как можно активнее их поддерживать и продолжать гнать вперед. И это должен быть гол! Мяч попадает в защитника и в ворота. Штанги плотные, смачный такой удар получился. До последнего казалось, что мяч летит мимо ворот, но в последний момент он взял и вернул сам. И продолжают забивать, подбивать. Дает. Соперник. Если вариантов нет, отдай мяч атаку. Наносит удар игрок. Совсем не ровно точно. Чуть больше ворот. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Сауль не едет. Киров Трипьев. Перехват в центральной зоне. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Есть игрок впереди, пойдет передача. Гол, но мне кажется, что сложно. Или надо было раньше. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Уже 4 гола в эту встречу. Обидно 3-1 счет. Да, кстати, думаю, настоящие болельщики по достоинству оценят эту новость. Мертенс переходит в Валенсию из Наполя. Да, все так, охренительно. Нужно бить по воротам. Сбрасывает мяч. Гризман ошибся. Сейчас замена будет в Тиромане Котяк. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения. Собер. Яго Аспас.
И уходит он на топеке. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Отражает в атаку, но мяч еще в игре. Слава богу, мяч будет введен. В центр штрафной мяч направлен. Штаны спасает, но игра продолжается. Перекладину мяч попадает и забирает его наконец вратарь. Очень опасный момент. Чудом мяч не оказывается в сетке. Пронесло. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Пошли последние 15 минут. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Есть варианты развития атаки. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Потрясающее спасение ворот. Буквально с ленточки вынесли мяч, и мяч чудом в сетку не влетел. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Суарес. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасного контратаки. Соперник. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Максимилиано Гомес. Какой удар! Чтобы повыше и посильнее. Две минуты добавляют. И у соперника теперь мяч. Матч начнется через несколько минут, и мы видим новое лицо в стартовом составе. Трансфер был эффектным, посмотрим, окажется ли он эффективным.
привет всем, кто решил посвятить свое время футболу. Добро пожаловать в новый дом 2.30 Атлетико, Панда Метрополитано. Сегодня мадридский Атлетико встречается с Эйбаром. Итак, давайте посмотрим, на что способен Атлетико Мадрид. В начале сезона команда находится именно на том месте, где и должна находиться. Они неплохо стартовали, да и говорить пока еще о титуле, конечно, рано, но клуб показывает именно тот футбол, который от него и ждут. Это не сам. И вот состав Атлетико Мадрид. Тиаго Коста. И еще матч открыт. Отлично, иначе быстро решили забрать его себе, и в этом, конечно, плане лучший помощник. 1-0 по нашему времени. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу от Ликварда, хорошим. Красно может сыграть. И мяч в воздухе после такого выноса. Тике. Увидел отрывание впереди, делает передачу. Хотел сделать футболисту рывок, но поторопился. Савич. Сантьяго Ариас. Джонсон Мартинш. Атлетико атакует. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Мемфис Депай. Джонсон Мартинш. Фернандес. Джерсон. Хорошо. Пас. Пас. Еще раз пас. Вот. Есть удар. Накрывает игрок этот удар. Подавай. Там Диего Коста готов принять мяч. Выбивает мяч игрок. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. И бьет! Нет, нет, ему ударом его не пробить. Мемфис Депай. Яниль Караско. Мемфис Депай. Атака первая, мяч летел куда-то в сторону. Отличный вынос. А вот здесь игрок Атлетико может взять мяч в руки и не получил за эту желтую карточку. Яник Феррейра Каррара. Глубокая и насыщенная линия обороны. Такую сложно пройти. Педро Лео. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Диего Коста. Атлетико в атаке. Хорошо. Удар. Блестательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловое выполнение мадридского Атлетико. В центр штрафной мяч направлен. Сантьяго Ариас. Савичич. Яник Караско. Пас на Диего Косту. И это должен быть гол! Удар в штангу! Еще чуть-чуть, и был бы гол! И правильно, давай мяч из штрафа. Кикер. Классный момент был, чтобы выйти вперед еще на один мяч. Но чуть-чуть им не повезло. И буквально подарил мяч соперник. Мемфис Депай. Серхио Альварес.
Педро Леон. Кике. Папа Куридио. Минимальное количество. Диего Коста. Мемфис Депай. Диего Коста. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Серхио Альварес. Кике. Уверенный Кристинс перехватил игрок и в итоге завладел мячом. Сантьяго Арес. Мемфис Депай. Диего Коста. Пол команда обыграл. Ничего себе. Вратарь намертво забирает мяч. Вперед идет атака. Интересно может быть. Наносит удар игрок. В игрока мяч попадает. Замена по счету. Необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Самое скопление игроков у него гол. Прекрасный гол! Как мы знаем, все стандарты в современном футболе забивают одно. И сегодняшний матч они исключили. Вот тут мы увидели гол углового. Вроде бы ничего сложного, обычный угловой, но отличная подача. И пожалуйста. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. То есть отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Фернандес. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Давно ходили слухи об интересе Ювентуса к этому игроку, но сегодня, насколько я понимаю, дело дошло до конкретики. Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Раско может сыграть. Вынос. Мяч не задержался от штрафного. Вышвыряешь. Стараниями защитников. Итак, оба тренера решили добавить, что называется, свежий кровь. 20 минут до конца основного времени матча. Сантьяго Ариас. Санчеш. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Мемфис Депай. Успешно навязал борьбу, теперь придется бороться еще раз. А вот здесь игрок Атлетико может взять мяч в руки и не получит за эту желтую карточку. Свежие силы выпускают на поле тренера. Брайан Диас. Томас. Опасно! Ничем интересным не закончилась эта атака, будет удар от ворот. Мадридский Атлетико ведет мяч в игру. Пошли последние 10 минут игры. Санчеш. И у соперника теперь мяч. Хордан уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Матч подходит к концу. Еще чуть-чуть, и арбитр зафиксирует их безоговорочную победу.
А вот здесь игрок Атлетико может взять мяч в руки и не получит за это желтую карточку. Брайан Диас. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении. Йо Диего Коста. Арест напрашивается. Такой момент! Нужно бить! Гол! Нет гола! Положение вне игры! Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Смотрим за атакой! Стремительно она развивается! Опасно! Ну-ка, покажите, где такая нерасторопность! Все, матч окончен, и победу...